Так, добрый день. Добрый день. Сейчас мы проверим сначала звук. Все хорошо, слышно. Итак, мы сегодня начнем новый цикл по дубликации. Сегодня трансляцию я веду из Дубая. Мы как раз с группой организаторов здесь, с очередной группой победителей. Они ездили в центр испытаний Шарджу, они ездили на выставку Экспо. Это были наши победители из из Вьетнама, которые не смогли осенью присоединиться к основной группе. И очень много всяких эмоций, очень много всяких впечатлений получили. И сейчас немножечко я об этом тоже скажу в рамках сегодняшней